Доброго ФПС, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Шустрил, и мы продолжаем ходить за поехавшим ханом, уже окончательно поехавшим, завел, черт знает куда, к пауканам, ненавижу паука. Не спрашивайте меня, что это было, видимо, у кого-то запор. Хорошо, там за паутиной что-то есть. Да? Серьезно? Что-то я не заметил. Люди мертвые, судя по всему. Ну и что здесь у нас? Тоннель. То, что мы искали? Занимательно. Согласен. Знак? Да. Решетка прогнила, да и приварена наспех. Ну так рубани ее с ноги. Артем, помоги! Мужик, это руками лучше не брать без перчаток. А. Вот и пару кругов у нас уже. Артем, жги паутину дальше. Жгу паутину. Хотя нет, смотрите, тут можно было пойти так, а я выбрал так. Хорошо. Я выжег ее, мужик. Смотри, вода. Мы почти пришли. Подожди, какая вода? А что это тут? Недалеко. Нет уж, хан, ты тогда подождешь. Опа. А тут у нас еще больше паутины. Нахер. Ну и что у нас тут тогда, хан? Ханыч. А, фу, такими быть. Отдай зажигательную. Так сидел еще, знаете, призадумался. Ладно, хан, я иду. Так и быть. Сукин ты сын. Шли бы себе в полис, не парились бы. Нет, мы пойдем по заброшенному туннелю, да? Чё бы нет. Оу, ты слышал этот звук? Это что только что заработало? Каска? Фонарик. Рейх, между прочим, брат. Вокруг смыкается тьма. Угу. Главное не потеряться в ней. Не работают наши. Теперь не спеши и ничему не удивляйся. А у тебя зажигалка какая, мужик? Такая же, как у меня? Патрончик? Судя по всему. Ничему не удивляйся. Странное это место. Ты веришь, что вместе с тобой всегда происходит какая-то хрень? В первой части, во второй, это не имеет значения, хан, ты ублюдок. Ты поехавший ублюдок, который вечно притягивает к себе... Ну как, мать твою, может звонить телефон? Думаю, это тебя. Ну да, кого же еще? Мама звонит. Я иду, мам, как дела? У аппарата. Чё? Мама, ты реально? Мама, не гони. Хан, ты не поверишь, это мама. Говорила она с тобой не тусоваться. Тут нельзя долго оставаться. Еще бы нельзя. Долго оставаться. Ты уже это говорил, сын. Надо войти в воду. Я по пояс в ней, мужик. Хан, ты такой не очень, реально. Телефоны у тебя звонят, мама моя. Надо войти в воду. Блять, ты серьезно? Мужик, вот я могу сделать вот так. Входя в воду, думай о том, что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном. Хотя мозг настроен так ужасно. Не бойся, сюда тебя привел не я. Хоть яйца судьба. Запекай. Дальше! Иди дальше! Меня дерьмом заливает! Думай о черном! И река вынесет тебя к нему! Я... Да, хорошо. Я нашел тупик. Это нормально? Ханыч, тут проблема. Небольшая. Браво, хан. Ты нас убил. Думай, говорит, о черном, и река вынесет тебя к нему. Ты не поверишь, но... Ну я... Как это произошло? Где мы находимся? Там я уже в бреду, походу. Хан, не кашляй. Это я! Узнаешь? Это да, башня. А это я. А вот там черных бомбануло. А там внизу? Городище черных. Да, как тот их? Миг, когда ты послал на них ракеты. Уделал просто. Смотри, о, красава я. Река может очистить. Покажи им, бро! Переломи свою судьбу. Нет, ты я все... сможешь. Верши свою судьбу. Я все правильно сделал. Иди к чуву, катись в ад. Я все правильно сделал. Я останусь здесь. До конца, до победы. Тёмыч, я с тобой.
Это их город, их дом. Все, что от него осталось. Господи, как же это замечательно. А где приоры? Травматы? А? Где это все? Люди, это он. Это не их город, где? Черный. За ним. Это он? Это он? Это... Что с ними вообще происходит? Где ты эту траву взял? Быстрее! Хопля. Маленькая обезьянка. Поймал. А где она? Неважно, я уже поймал ее. И еще раз поймаю. Смотри, как карабкается. Махонький. Только бы его не потерял. Она вообще здесь вылезет, я уверен. Ну и где он? Алло, малыш. Мы тебя ждем. Все. Хана. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Да, здесь. Попробуй еще раз, Артем. Ну, я его хотел пристрелить. И сейчас пристрелю. Черный. Он все еще в цирке уродов. На поезде. Нормальный цирк. А это, видимо, река. Смотри. Смотрю. За а ним, вот он. Скорей. Где ствол? Впереди. Чем мы с тобой занимаемся? Скорее, вперед! Я бегу, огня слишком много. Ты будешь прыгать или как? Почти нагнали. За ним! Черт. Смотри, как это делается. Нет. А, нет. Тихо. Ты что, меня швырнешь туда? Не вздумай меня бро... Ах ты, сукин сын! Как ты мог? Мать твою, я не собирался прыгать в огонь. Сам катись в ад, нахера я тебе там... Чертов поехавший. Смотри, как обезьянка пытается выбраться. Хана тебе, обезьянка. Я заберу тебя вместе с собой в ад. Ты не выберешься. Доставай ствол, Тёма. Ствол где? Пристрелим ее сейчас. На полпути в ад. Нет, не пристрелим. Ну и что? Наконец-то мы вернулись в реальность. И нам кислороду не хватает. Быстрее вверх, Тёма. Хорош. А ты, сука, сдохнешь. А нет, не был. Только мистическая сущность. Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире. Иди к черту. Когда мы выходили из реки, черный был совсем рядом. Думаю, он не сейчас. Ты такой скучный мужик. Банки. Его можно как-то обойти? Да, можно. Банки, осторожно. Ты понял? Поздали. Да все нормально, я тебе говорю. Главное, стволы лежат, ждут нас. Стволы так себе. Аптечки, кстати. Это очень хорошо. Она уже была совершена. Ты про этот? Поехали на дрезинке, чё? Я в люльку сяду, без проблем. Прыгай в дрезину. Орли? И поможет нам лишь чудо, Артём. Помни, что я рассказал тебе про чёрного. Я хочу наша свободу выбора. Спасти его. Твоя. Он спасёт всех нас. А я пристрелю его. Вот увидишь. Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Я тоже. Обманывать как может. Река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Последняя черная обезьяна, которая в итоге может уничтожить весь наш род. Поезд должен быть где-то рядом. Они я превосходят нас генетически, им нельзя позволить жить. Ты слышишь? Рано или поздно случится война, и тогда их это будет он. Больше. И тогда они будут сильнее, и вот тогда мы ничего не сможем сделать. Не похоже? Слушай, дедуля, а ты гангстер? Еще это... двое. Огонь!
На подавление, на поражение. А кто за нами, да? Там какие-то трупы катят на дрезинах. Гонка на дрезинах, йоу, рэп! Рон-дон-дон. Вот он! Кто? Как только поравняемся с поездом, перепрыгивай, иначе остановить его нам не удастся. Я понял, жми! Красные, они уже на поезде! Это не важно. Блин, ПНВ мешает. Пойдем по параллельному пути. Да не надо, я нормально, я сготовил этого пулеметчика. Ух, Ганза написано. Долблю как могу, мужик. Он его не берет, ничего. Скоро пути сблизятся, Артём. Тебе придется прыгать. Иди в вагон с клетками. Почему его не берет? Вы видите, не берет. Наперед, что ли, надо бить как-то? Я постараюсь не. Да, наперед. Я понял. Типа ты хочешь, чтобы я сейчас спрыгнул, как в Assassin's Creed, йоу, или как в Dead Rising на мотоцикле, йоу. Ты что, серьезно? Мужик, чисто физически у меня не получится. Ну ладно, может получится, но это было рисково. Мать, да, класс, отлично. Может я вывел бы дрезину, а ты бы спас черного? Ты ведь хочешь его спасать, я хочу... А я сейчас пристрелю его. Отличная работа, Хан. Ты только что убил своего единственного, своего последнего ангела. Кстати, где он? Привет, рэпер. Кто там? Это ты там на меня светишь? Так, нет, мне нужен нормальный ствол. Типа вот этого. Ага. Тут можно просто от бедра идти выпиливать. Ага. Не вопрос. Дальше еще кто? Есть желающие на подачу? Вы только на проход выйдете, я сразу все пойму. Папочка. Не ощутил вас. Молодые люди. Ну-ка, давай-ка еще раз. Ага, вижу тебя. И второго твоего друга. Я ему прям яйца отшибу. Запеченные. Зацени, как умею. Он там лежачий, что ли, был? Да, походу я горизонтального пристрелил. Вот это уже сильно. Подождем. Блин, прицел с ПНВ сейчас не очень помогает, если честно. Нормально парень спрятался, да, такой думает? Сейчас, подождите секунду, я прям продемонстрирую. Ага, он там! Ха! Не видно! Не видно! О, блядь, мои печи, мои почки! Отлично спрятался, сын. Домой иди. Такой джиггернаут был. Увешанный патронами. Ну, куда мне его стоит? Меня там просто обожгло все, что было у меня. О, вот ты! Ты сдохнешь! Ну-ка стой! Ну-ка стой, я сказал! Где мой ствол? Доставай ствол! Что? Нет, нет, нет. Он должен умереть. А, тот, кто накидал этим ублюдкам... Позвал, говорит, йоу, смотри, рэп. Мама, мама, мама! Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи! Я совсем один. Ты не один. Ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Ну? Черт, я даже не знаю. Может, все-таки... Я думаю, игра в любом случае не предусматривает, но я не решил для себя. Поэтому... Господи, какой же ты страшный. Да бросай его. Да, взяло за душу.
значит, отыгрывать зло у Артема не очень-то и хочется. После такого. Я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса. Так это ж их трюки! Я хочу его использовать. Тема, он на... Он... Кончилось, когда я навел ракеты на его дом. Он... На его семью. Он обманывает, это просто их трюки, ты бы так этого не видел, это все мистика, это они проникают в твои мозги и запекают их до такого состояния. Бросить его в костер! Не сработало. Он горит. Слышь, он реально горит. Подождем? Ну что ж, последний ангел. А, ладно, видимо, игрой не предусмотрено. Его ж прям закоптило. Видели как? Вверх. Воздух. Вверх. Черный. Вверх. Дыши, сынок! Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо. Вот так бы и закончилась эта игра. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься? Нет, не похоже. Я буду идти там, где сияние. Но рядом с тобой. Это мне пригодится. Знаешь что, черненький, об этом можно обсуждать очень долго. Хоть вы и настроены мирно, но я не могу гарантировать, что это будет всегда. Лучше, когда вас нет. Такая уж мы раз. Иди лупани мутантов, если не слабак. Страшно ли? Типа крысы, идите домой. Вы-то хоть. Вот чё вы-то? Ладно, калаш будет против мутантов, остальное будет... Раз, два... Блин, калаш их вообще не берет. Я помогу видеть. Спасибо. Чувствую себя хищником. Это ты неплохо придумал. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Ты устал? Понятно. Вернул бы мне такое зрение, я был вообще бесстрашный, что ли? Это что с ним? Это как он так выжил? А, ну ладно, неважно. Главное, что он помер. Отдохнул? Верни мне зрение. Крутое зрение. Зрение хищника хочу. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Это факт. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Не-не-не, этой расе нельзя жить. Эта раса должна умереть, вот что я думаю. Вы видели, как он втопил? Это он маленький, блять, это он маленький. Если он вырастет и таких будет много, это будет прямая угроза всей расе. Ёб твою матушку! Больше так не делай, кальмарышка. Так, нам туда? Да. Это что? Похоже на такой как бы... На известь. Это лед, я понял. Будем идти тихонько. Я сказал тихонько идти будем, что не ясно тебе. Еще тише. Нет, понял. Отлично я разобрался в данном управлении. Тихо, я сказал... Нет, нет, нетушки, нетушки. Там, где стоишь, сука, там и стой! Откройся. Да ёб твою, дробовика нет никакого. На тебе прям в пасть. Ну-ка, давай-ка, откройся, откройся хоть разок. Оп! Ну-ка, ну-ка, еще разок. Смотри на меня. Это хорошо, это ты неплохо придумал. Хорошая пасть. Еще откройся, откройся, сын. Неплохо. Слушай, ну если им не в хуже стрелять, то я не знаю, но я стрелял правильно. О, похаваем, улов. Ладно, продолжаем идти осторожно. Прям вообще осторожно, осторожно. Так, тихо, я сказал. Лед, конструкция хрупкая. На нее лучше что? Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Все правильно делают. Ты скоро тоже так считать будешь, когда вырастешь. Вы все носите...
вещи, которые убивают. Я тоже хочу, как ты. Ну вот, видите, уже первые проблески агрессии. Я тоже хочу оружие, как у тебя. А потом я тоже хочу завалить человека, которых я считаю пищей. Да? Черненький. Можете кушать. Ну-ка, тут у нас что? Нам сюда вообще? Карта. Хорошо. Твой день. Что, друзей сейчас приведешь? Мужик, я тебя отпустил, ты не знаешь, что можешь на меня влетать. Господи. А это что? Я не испугался, сын. Вопросы, блядь! Патроны кончились. Да просто я как-то разозлился прям. Тут мужик сидел с противогазом. А, он очень сильно покоцанный, очень жаль. Ну я все вижу прям, слышь, помоги мне видеть, а? Мне бы это не помешало, вот честно. А у тебя как противогаз, нормальный? Не очень-то. Ну цвет-то пусть горит. Что я с него взял? Патроны. На автомат. Ура. Теперь хоть магазин полный. Свет перестал светиться на противогазе у типа. Включим, мало ли, кому поможет. Ствол как у меня, один в один. Эти ребята здесь, как вы думаете? Надо прям в лоб сейчас зарядить по возможности. Демон крыльями бьет. Замечательно у него все идет. Воу-воу-воу-воу-воу. Неделя русского рэпа еще не началась. Смотри, я как ты. С вещами. Вот о каких вещах он говорил. Ну правильно, сначала одежда, потом ствол. Потом йоу рэп нига щет, это мама не дает мне пончики, это женщина не дает мне пончики. Поэтому я их забрал с помощью чего? С помощью вещей. Плевать. Псих ненормальный. Тёма. Вот это лишь. Там, по-моему, было немножко выше. Греби, сын! А тут лед. Берегись! Я-то? Не вопрос. Как насчет нет? Опять без патронов я остался. Чертовы демоны. Помоги мне видеть! Кальмар, блин, топ у тебя на самом деле кальмар. Гори, сука. Монстр. Гори, сука. Да понял я, потом я таблетки приму. Гори, сука. Гори, сука. Гори, сука! Я не попал. Бывает. Assassin's Creed, bitches!
Вот такой же, как я, с вещами. Дробан. Нет, револьвер. Похож на что-то. Лестница? Тут? С другой стороны? Нет, не видно. Ты водишь. Гори, сука. А, нету. Нету, кончились. Время ножей. По-дагестански. Так, ну-ка. Оп, патрончики пригодятся. На автомат? Да, на автомат, неплохо. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Устроили заваруху наверху. Вы убили всех. Своих. Странно. Глупо. Зло. Ну заваруху устроили, я же говорю, это ж не я, это там сверху. Понимаешь, у каждой страны есть такая штука, называется президент. И вот эти самые... Бы планы относительно него я не строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. А вам я могу сказать лишь спасибо, что были со мной, спасибо, что пообщались с черным, видели его новые вещи. Я считаю, оделся он безвкусно, но... Оделся так оделся. Нечего тут гениталиями своими размахивать в разные стороны. С вами был Шустрила. Спасибо, что были со мной еще раз. Доброго ППС и до скорой встречи. Пока-пока.